Алексей Дорохтий, олимпийский чемпион Лондона 2012 по тяжелой атлетике. Начинаем мы с конца, то есть с того момента, когда у нас уже штанга лежит на груди. Дэвид, мы выбираем хват. Хват должен быть чуть-чуть шире, чем ширина плеч. Чтобы штанга удобно могла лечь на плечи. Покажу. Касание штанги должно быть где-то середина бедра. Проверьте себя. Для того, чтобы когда мы пришли в предстартовое положение, в момент подрыва, штанга находилась непосредственно вот здесь. Покажу сбоку. Кто не видит? Есть. Все. Положили штангу на грудь. Максимально стараемся подворачивать локти. Штанга у нас не все. Поднимаем плечи. Штанга должна лежать на плечах. То есть не на шее, а на плечах. Опускаем. Теперь делаем такое вот упражнение. С места подрыва и вверх. Просто подтяжка. Отрабатываем непосредственное подворачивание в ответ. Локти тянем вверх и расслабляем в сторону. Можно было бы, конечно, желательно поставить. Плечи мы поднимаем вверх, локти подворачиваем максимально. Локти не опущены. Чем это грозит? Это грозит тем, что когда вы будете по 20 раз брать на грудь, вы можете просто перетрясти сонную артерию и уйдете на минут 5 спать. Поэтому максимально подворачиваем вверх. И штанга должна видеть, она не лежит у нее на шее. Сонная артерия она не передавлена. Она лежит на плечах. Вот. Вверх. Хорошо. И теперь делаем 10 раз с места подрыва. Хорошо. Есть. Вторая фаза. Это у нас место подрыва. До этого мы опускаем штангу на прямую руку вниз. Расслабим вверх. Делаем небольшой наклон вперед. Когда мы делаем наклон, значит, потому что у нас колени остаются прямо над грифом, и таз отходит чуть назад. Ни колени, ни вперед. Колени остаются на паре лет. Таз отходит назад. Спасибо, я сам подрыву. Да. И прыгаем вверх. Без подвороты, просто прыгаем. Ставим положение, таз отвели назад, колени раздвинули по направлению носков. И с этого положения мы делаем кружок вверх. Кружок вверх. И желательно приземляться на полную стопу. Не на носок, не на пятку, а на полную стопу. Вот так. Если руки прямо. Теперь соединяем. Кружок с поднятием на грудь. То есть то, что мы сделали, кружок вверх, после этого подворачиваем локоть. Тяга начинается с стартового положения. Для того, чтобы принять стартовое положение, мы ставим ноги на ширине плеч. Носки разводим немножко в сторону. Ну, где-то градусов 15. Мы за счет таза опускаемся вниз. Не за счет колени. За счет таза. У нас колено получается, колено практически не двигается. Оно просто расходится в сторону. Все. Это оптимальный маршрут поднятия штанги. На начальном этапе, ну, скажу вам так, я 3 года делал так. Подошел к штанге, расслабился и мягко сел к ней. То есть я иду навстречу. С такого положения я знаю, что когда я на полной стопе, я никуда не свечусь. Как проверить, что вы на полной стопе, вы или нет? Это очень важно. Встаньте, присядьте в полукресле. Переведитесь на носочек.
на газ. И вот теперь попробуйте вперед-назад найти на тот центр, где вам будет удобно, из которого вы можете максимально прыгать. Вот всегда можете себя этим упражнением проверить. То есть профессиональные спортсмены всегда на себя посмотрите, на разминке, беру штангу, сели и сделали вот такие вот движения покачивания, чтобы найти центр. Видите, у меня не прямо локоть, буду подавать. Но во время того, когда начинаю только снимать, колени немножко уходят вовнутрь и рука. Поэтому максимально разводим, насколько вам позволяет, колени в сторону. Такое ощущение должно быть, что живот у нас проваливается между ног. Сделать, смотрите, вот он у меня провалился. Он не здесь у меня, он провалился. Я свободно не качаюсь. Пятка на сочетании. И с этого положения, смотрите, это на уровне. Немножко должно быть плечо накрыто. Буквально сантиметр два. Просто основная ошибка какая бывает? Когда... Основная ошибка бывает, когда заваливает таз, и получается штанга впереди плеча. Все, я тоже поэтому дальше ничего не делаю. Поэтому стараемся максимально накрыть штангу. Она потом выровняется. Накрываем. Да. Видели самое положение. Проверили всегда себя, где вы стоите, исполнится вы или нет. Колени максимально развернули в сторону. Спина обтянута, не прогиб, а обтянута. И мы мягенько, плавно вставим себя. Место подрывом. Это и есть наша тема. 10 раз повторяем. Встали, мягко опустим. Подрывки обтянули. Встали, мягко опустим. Можно поставить чуть-чуть уже. Есть. Потому что ширина плеч, по-моему, меньше, чем. Даже еще чуть-чуть. Да, есть. Опускаемся. Опускаемся плавно. Ставим вверх. Плавно опускаемся. Раздвигаем колени. Раздвигаем колени. Сели. Есть. Теперь получается чуть-чуть таз поднимаем. Таз колени ставим вниз. Встаем. Теперь опускаемся вниз. По бедру. Тащим. По бедру. Опускаем по бедру. Максимально по бедру. Да. Волочиваем. Есть. Встаем. Приняли стартовое положение. Обтянулись. С этого положения мягенько протяжечка. Пришли сюда. Сюда. Подвернули лоб. Давайте так 10 раз. Давай посмотрим, как оно у вас. Хорошо. Хорошо. Посмотрим вообще губы. Классно. Классно. Обтянулись. Приняли стартовое положение. Обтянулись. Пришли. Так, дальше, дальше. Я просто. Прыгаем от себя. Сели. Соединяем. Кому тяжело сесть изначально в сет, просто берут полупотет, он называется пол. Полупотет – это вот такой прием. Кому просто еще кто первый раз, кому тяжело сесть в сет полный. Назад. Да. Вот, конкретно мы уже для начала еще. Хорошо. Максимально тянем вверх и таз назад. Таз назад. Не бойтесь отставить таз назад. Пусть это будет немножко неуклюже смотреться. Отставили таз назад, у вас всегда автоматически локоть пойдет вперед. Просто посмотрите, пока вы просто посмотрите. Я просто штангу бью от бедро. Я нахожу вот это место, я в нем отвожу и вверх. Только нужно максимально отвели, подорвать и локтем тянем вверх. Не даем ни по амплитуде пойти по кругу. Ощущения бывают немножко больноватые, потому что набиваются. Но
Но я вам скажу так, если поработать недельку, вот так, хотя бы перед каждой тренировкой, по 20 раз, я вам обещаю, что у вас, во-первых, здесь будет мозоли, и когда вы будете делать так, вы всегда будете именно туда подарить, вы сделаете подарить смачно. Вот. Тянем, подорвали, тянем вверх. Звук. И она сама прям летает. Он улетает, я могу его отпустить в руку. Немножко отседаем. От себя и как будто мы ударим. О, круто. Круто. Только под себя. Да. Под себя. Да. Да. Хорошо. Под себя. И теперь попробуйте соединить. От себя ударить и плавно подставить. Не делайте это быстро. Просто проимитируйте удар. Чувствуете? Просто почувствуйте сам полет. Что она движется, вы, получается, ее откинули, расслабились. То есть получается, как будто мы шангу держим на берегу. Мы ее отпустили, ударили, она пошла вверх и где-то поставилась. Даже вставляем назад. Приняли, не садитесь, просто приняли, отставили назад. Пусть будет тихо, пусть будет удар. Лучше удар, чем удар. Смотрите, всегда проверяйте. Колено, нога, пол 90 градусов. Вот вы приняли не 70 градусов, не 60, не 50, 90 градусов. 85, 80 может быть, но не меньше. Попробуй, колбок, колбок. Опустили палочки. То есть надо, чтобы быть эффект, что у нас в виде у меня два бугра. Все, у меня штанга устала. Она как настойка. Круто. Не плюхаемся. Мягко. Да, да, хорошо. Все равно таз немножко назад. Таз назад. Вот оттуда получается. И за той же стороны, стороны за лицом в два. Тазик назад. Хорошо. Чувствуешь? Она играет. Вот, я могу ее отпустить, она сама сделает. Она Эта штука, вот когда вы занимаетесь изучением какого-то движения, чтобы не отвлекаться на кисть, вот это самое идеальное. Я работаю, допустим, если у меня подготовка идет к соревнованиям в год, я где-то полгода работаю с ним на всех местах. Подвернули лоб, сняли гриф. Все. У вас получается в таком положении никогда кисть не завалится. И вам просто автоматически придется держать ее правильно, и это упражнение максимально растягивает полностью под руку. В этом положении вы садитесь. При этом мы делаем акцент на то, посмотрите, где у меня таз, как у меня расходятся колени. Я сажусь в том положении, в котором мне удобно. We'll be right back.
Всем спасибо. Так, ну, сейчас расскажу, наверное, про самое интересное и самое интересующее всех. О подрыве и о том, как его делать, зачем.